проведения экзамена, который расположился на базе 7-й школы, выпускники пришли задолго до начала ЕГЭ. Встать пораньше пришлось не только из-за бессонницы. Явиться к месту назначения за 45 минут до начала испытания обязывает новый порядок проведения единого госэкзамена. На этот раз меры безопасности действительно ужесточились. Выпускникам рекомендуют не рисковать и не пытаться пользоваться шпаргалками или телефонами. Процесс проведения ЕГЭ контролируют десятки видеокамер. Сами же школьники накануне предпринимали свои меры для успешной сдачи экзамена. Мы все сдадим, у нас все получится. Мы не зря же готовились целых 2 года к этому. Но вообще очень страшно. Первый экзамен все-таки. И, кстати, сейчас проявляется как раз суеверие, потому что и через плечо поплевали, и туда сходили, и там постукали. И святой водой побрызгали, и свечку поставили. Настрой решительный, надо сдать ЕГЭ, естественно же. Готовился весь год, пора уже показать, на что я способен. Группа поддержки переживает не меньше выпускников. Родители признаются, с утра пришлось принимать успокоительные средства. Переходный момент в их жизни, перевернута страница. Мы будем надеяться, что сегодня все будет хорошо. Сдадут они хорошо. Будем держать кулачки. Запускают выпускников строго по паспортам. Здесь же в фойе школы инструктаж. Обязательная часть для организаторов – памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2014 году. ППМ в 2014 году оборудуется стационарными и переносными металлоискателями. ППМ и аудитории для экзамена оборудуются системами видеонаблюдения. По решению Государственной экзаменационной комиссии ГЭК ППЭ оборудуется системами подавления сигналов подвижной связи. Школьникам действительно дважды пришлось проходить через металлоискатель, а уже в классах ребята находятся под присмотром общественных наблюдателей. Личные вещи, в том числе и лекарства, также пришлось сдать. Сегодня у нас открыто 2 пункта проведения экзамена. Это пункт номер 603, расположен он на базе 13-й школы в центральном районе Сочи. И пункт 626, расположен он на базе школы номер 7, также в центральном районе города. В общей сложности на этих 2 пунктах у нас сегодня сдают экзамен 275 человек. Но сегодня один из самых малочисленных экзаменов, поскольку это экзамены по выбору. Заветные пакеты открылись в одно и то же время, ровно в 10 утра. Задания по географии и литературе стали известны. Следующий по списку – русский язык. Обязательный экзамен выпускники будут сдавать 29 мая. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.